Приветствую вас. Я думаю, что причин основных может быть две. Первое – это то, что человек отвлекается в этот момент, человек думает в этот момент о своем собеседнике, да, человек не обращает внимания на то, что происходит вокруг, и, соответственно, менее защищен в этот момент, на него можно совершить нападение. Это с одной стороны. Либо, если имеется в виду какие-то маниакальные действия, то есть действия маньяка, действия человека с навязчивыми идеями какими-то, то здесь можно говорить о том, что человек, для человека, для имеет значение именно тот факт, что кто-то другой говорит по телефону, и в этот момент происходит нападение. Вот операция на самом деле только два. Вот, в принципе, так можно ответить на вопрос, на ваш. А я полагаю, что все остальное это будет уже за гранью, да? То есть причины, конечно, могут быть, но вот это основные две причины. То есть либо это холодный расчет, чтобы удачно провести нападение, либо это импринтинг, соответственно, пусковой механизм для желания напасть, там, причинить вред и так далее, если мы говорим про маньяка. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!